солнечные, хорошо освещенные, защищенные от северного ветра. Посадочную яму готовим с учетом развития корневой системы – 70 см диаметр и 60 см глубина. На дно ямы засыпаем плодородный грунт с добавлением 8-10 кг перегноя или перепревшего навоза, 50-60 граммов суперфосфата, 300 граммов древесной золы, 60 граммов серного калия. Опускаем земляной ком, устанавливаем опорный колышек и засыпаем оставшийся плодородный грунт, не заглубляя корневую шейку. Обильно поливаем 20-40 литрами воды. Обрезаем все побеги на 1/3 для лучшей приживаемости. Важно! Почти все сорта черешни самобесплодны. Для опыления необходимы по крайней мере два сорта, расположенные рядом.